В Казахстане разрешат проводить часовые трудовые забастовки, носить они будут предупредительный характер. Сделают это для того, чтобы наемные сотрудники могли показать руководству всю серьезность своих намерений и что в дальнейшем они готовы устроить уже полноценную стачку на производстве. В Мажилисе сегодня представили законопроект, который позволит упростить порядок разрешения трудовых споров и конфликтов. В нем будут определены ответственность и обязанности каждой из сторон спора. Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещения для собраний. Их организация станет проще и доступнее. Решение о проведении забастовки нужно будет принимать не двумя третями, а простым большинством. При этом также сокращается кворум конференций и собраний. Вводится понятие «часовая предупредительная забастовка», которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. Как пояснили разработчики законопроекта, подобные часовые акции позволят сократить время ожидания на одобрение уже санкционированного пикета. Поскольку заявки на него после примирительной комиссии должен рассмотреть трудовой арбитраж, а это дело зачастую затягивают. Только после решения арбитража работники могут законно выходить на забастовку. Процедуры, значит, пока работник дойдет до организации забастовок, очень сложные, там двухэтапный, даже трехэтапный, подача заявления, примирительная комиссия, трудовой арбитраж. Вот эта процедура занимает от 11 до 33 дней. Предупредительная забастовка, она позволена, по сути, в момент еще осуществления примирительных процедур и переговорных процессов, то есть во время трудового арбитража. Это как сигнал работодателю, так последняя капля. По поводу продолжительности, один час, потому что она не должна нести экономический ущерб для работодателя.